Рабочих нелегального цеха поймали во время перегрузки камчатского краба в машину. У них на руках оказалось 995 комплектов конечностей общим весом более тонны. Их изъяли вместе с автомобилем подозреваемых. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам страны, превысил 7 миллионов рублей. В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушении правил требований, регламентирующих рыболовство.